Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Ребята, сегодня долгожданный выпуск. День X настал. Мы переезжаем. Все закончилось. Аренда этой квартиры. Надо двигаться дальше. Будем переезжать сегодня в новую квартиру. Как-то эту квартиру в выпусках я уже показывал. Кто внимательно смотрит, узнает. Кто нет, но в любом случае сделаем еще ром-дур, потому что с каждым выпуском на канал приходит новая аудитория. Вот, поэтому еще раз будем делать. Единственное, что мы хотели немножко все сделать по-другому, но вынуждены все-таки в квартиру. Мы думали, что мы поедем вместе с Антохой на несколько дней с палатками, но не получилось. Во-первых, испортилась погода. Во-вторых, что-то Мирошка немножко прихворал, но сейчас уже все, слава богу, хорошо. Но мы твердо приняли решение все-таки в квартиру. Так что, ребятки, ставьте лайкосик, пишите комментарии. И погнали в новый выпуск. С утра пораньше смотрят фильм, который вчера не досмотрели. А, сериал многосерийный, короче, мультфильм какой-то. Вот так вот. А у нас есть буквально полтора часа времени, чтобы упаковать все чемоданы, все собрать, потому что мы не собраны почти вообще. Единственный чемодан, который мы почти собрали, это тот, который мы хотели убрать до зимы, ну, до осени, да, как минимум. Но сейчас, так как мы переезжаем все-таки в квартиру, решили этого не делать, забрать его с собой, потому что я думаю, что именно в той квартире мы будем жить до того состояния, когда получим ВНЖ или получим отказ по ВНЖ. Вот, поэтому этот чемодан сразу в машину поставим и все. Ну, короче, так, ладно, сейчас посмотрим. Как говорится, финалочка, да? Смотрите, бам, сколько у нас вещей. Невероятно просто. Но вот если мы поехали бы в палатки, мы бы однозначно, ну, наверное, половину где-то бы оставили однозначно. Но сейчас, как бы, ладно, забираем уже все с собой. Чего здесь только нет? Здесь, кстати, еще вот эта сумка пустая, это будет для продуктов. И еще, наверное, одна сумка будет под одежду, которая у нас не досохла. Ну и плюс мыльно-рыльные. Вот так вот, друзья. Все, переезжаем, сейчас быстро завтракаем. И будем уже ехать. Еще мы забираем с собой вот такую вот банку. Нам разрешили забрать. Вот, потому что мы ее уже платили на месяц. Турктелеком. Лютейший интернет. 5G. Все хорошо работает. Я думаю, по стримам вы понимаете, когда мы проводим, у нас ничего не лагает, ничего не зависает. Все работает. Отлично. И вещей стало, кстати, чуть-чуть побольше, потому что вот прибавился еще один пакет. Огромный пакет с мыльно-рыльным. Мирошка, не трогай, пожалуйста. Сынок, сейчас все рухнет, сын. Ну, бип-бип, вот тут бип-бип нажимай, вот на этой сумке. Это твой, не вытаскивай. Человек уже 10 раз сумки поразбирал, собрал. Ходишь за ним только все это. Мирвасенька, хватит. Мы заказали клининг, стоит 600 лир, но в любом случае мы всегда оставляем за собой чистую квартиру. Вот Настенка там домывает посуду, вот, все в идеальном состоянии, как заезжали. Так и выезжаем. Даже балкон пропылесосили. Вот, напомню, что мы жили в таком классном комплексе. Классной квартирке. Так. Вот это вторая комната. 2 плюс 1 была. Вон, видите, то, что сложили. Ну, это понятное дело, что стирать все, но тем не менее, да? Так, наш бардак. Опа! Здесь у нас такая ванна была. Шик, все, закрываем. И вторая комната с полным панорамным остеклением и еще одним балконом. Вот, кстати, надо не забыть все собрать. Вот так вот. Апельсины растут под окнами, видите? Уже набухает. Все. Я, наверное, вам уже надоел с этими вещами, но, короче, смотрите, как у нас все выглядит контрольно. Вот так вот. Просто огромное количество вещей. Я даже не представляю, как мы будем сейчас помещаться в машину. У меня такое ощущение, что нам нужно вызывать одну машину, одно такси для тупо вещей. Ну ладно, сейчас посмотрим. Кстати, еще кому-то, возможно, будет интересно. У нас вчера закончился газ. Представляете, перед самым отъездом закончился газ. И мы купили, значит, новый баллон сюда. Вот, смотрите, как выглядит. Я не знаю, сколько здесь литров, но очень много. Но смысл в том, что мы пользовались этим баллоном, вот сколько жили, полтора месяца получается, да? И только вот в последний день он у нас закончился. До этого сколько пользовались им, я тоже не знаю. Ну, как бы хватает достаточно неплохо вот этого одного баллона. А по цене,
вот такой вот новый заправленный баллон стоит 325 лир. То есть вы старый отдаете, и вам привозят новый. Ну, такая же система, как и с водой. Вот кому будет интересно по ценам, здесь в Кемере 325 лир, такой новый баллон. К нам приехала машина, уже грузимся, вообще все битком. И даже нет понимания, как все сюда засунуть. Короче, просто приколы. Приколы нашего городка. Мы с Мирохой поедем, а потом поедем. Вот это да. Еще скейты. Куча. Нет, это не вылазит. Ладно, утрамбовываемся. Посмотрите, насколько битком машина. Просто трындец. Вот это да. Слава, покажи, как они сюда. Стой. О, шпроты. Увидимся. Увидимся в банке. Я сейчас к вам в банку присоединюсь. Так. Закрылась. Блин, мышцы какие-то летают. Так, ну все, не прощаемся? Или но прощаемся? Не прощаемся, что? Увидимся. Не прощаемся, но вроде прощаемся. Ладно, увидимся. Чтобы вы понимаете, насколько мы плотно едем, я сейчас вам покажу. Я даже спереди сижу вот так вот, тапки. Просто вот так пришлось разуться, потому что ноги мои никуда не вставляются. Вот даже куртка сюда уехала наперед. Так, вы там точно все забрали? Да. Ну все, поехали. Отмечать новоселье. Так вот. Все, удобно вам? Просто жесть. Я говорю, нет, следующий переезд по-любому только в машину. Это просто ужас. Фу. Все, мы доехали. Сейчас быстро выгружаемся, отпускаем водителя и будем заносить все это барахло в квартиру. Ой-ой-ой, посмотрите, сколько тут всего. Тём, держи палатку. Тём, палатку держи, чтоб не упало. Вот у нас добра. Одеяло зато сколько надавали нам новых. Да, Мироска? Мирос, новый дом снова? Полтора месяца жили в классном комплексе. Теперь приехали в новый классный комплекс. Даже ближе к морю будем. Мироша, пошлите нам туда. Мирош, нам в ту сторону, Зайкин. Мам, куда по пути? Что-то опять не знаю ничего, да? Моя зайка. Фу, ребята, даже не представляете, насколько мы устали. Вот так вот затащили все, значит, не, Мирошка, мы будем жить на втором этаже. Да ладно. Да. О, Насенка в шоке. Вот здесь вот. Да, ты правильно шел. На втором этаже. У нас единственное, что прикольно, то, что у нас соседи снизу, здесь вообще никого нет. И мы, получается, в этих двух, как они, таунхаусы, не таунхаусы называются, не знаю. Мы будем жить одни. В общем, заходим. Берешь новый дом, идем. О. Как прикольно, такой коридорчик тоже. Вау. О, добро пожаловать в новую квартиру. Ребята, мы сейчас, да, вот здесь оставайтесь. Мы сейчас все разложим. Все покажем. Фу, пойдем сходим на море. И в конце выпуска я уже сделаю рум-тур, подробный рум-тур квартиры. Вот. Так что не переключаемся. Начинаем заносить. Знаете, как классно. Куча детей. Правда, в основном все иностранцы. Снова будем учить английский. Вот так вот. Устал невероятно. Включили воду. Кстати, транспорт наш оставили под этим. Фу, сейчас надо арбузик поесть и идти это на моря. Здесь моря рядом. Маленький самый голодный, да, Мироша? Ням-ням, да, сынок?
Да, твой стульчик. Сейчас буду собирать, сынок. Сейчас. Маленький проголодался. Вот в Кемере, вот в Чемьюва, либо как у нас там в Асламбаджаке, вот ты живешь, как будто бы, знаете, в каком-то коттеджном поселке. Ну, посмотрите, вот вообще никого нету. Ни с этой стороны, ни с этой стороны. Вот, кстати, рынок. Вот, представляете, вот мы живем. Вот наш новый комплекс. Вот он, рынок. Ну, красота. Это я сейчас пошел в магазин. У нас получается здесь прям вот близко, ну я не знаю сколько идти, минуты может быть, две. Мигрос, большой Мигрос, и А101. Прям рядышком, это очень даже здорово. На море сходим чуть попозже, решили сначала покушать, немножко отдохнуть, разложить все вещи, вот, а потом уже тащиться. Так, куда мне? По-моему, сюда. Я уже подзабыл, куда идти. Ой, вот так вот, видите, переехали. Достаточно быстрый переезд. Вещей накопилось много, да. Это при условии, что мы сколько мешков выкинули? 6, да, по-моему? Да уж. Да, теперь надо, если переезжать, то переезжать исключительно в машину и ехать путешествовать. Потому что, ну, во-первых, сейчас сложно и с жильем. Оно стоит до хрена. То есть вот мы там, вот, говорю, договорились за вообще какую-то минимальную цену. Слава богу, получилось. А так, конечно, да. Сейчас ценники ого-го, тем более в Кемере. Здесь у нас, видите, бегают ужины, либо обеды. Вот так вот. Целое хозяйство здесь. Я думал, идти подольше, а у нас нет, получается. Вот уже и магазин. Здесь же уже и набережная реки. И пошел прямо километр, и ты уже на море. Ну, сейчас чуть позже. Какие здесь запахи, ребята. Здесь, короче, рестораны, кафешечки. И прям доносится все это дело. Ой, классно. Блин, обожаю переезды. Вот всегда какие-то, знаете, новые вот эмоции. Прям вот клево. Вот все что-то новое. Не стоишь на месте, как говорится. И это супер. Ну, вот у нас, видите, получается, что на районе. Вот мелкие какие-то магазины. Бытовые, еще там что-то есть. Вот, самое то, что нам важно, это большой Мигрос, реально большой, это не джет никакой, это значит, ценники здесь будут поинтереснее. И вот, тоже достаточно большой 101-й. Сразу здесь, вот он, кафешка какая-то, но сейчас это неинтересно. Вот она, площадь такая, да, в Чемьюве. Ладно, это будем изучать уже чуть позже, как здесь что выглядит. Мы здесь были только на пляже, где стоят автодома, муниципальный пляж, Халт Бич, и, по сути-то, и все. А сам район этот мы не изучали. Но какой здоровенный, красота, все, что угодно здесь можно купить. Не знаю, как там с остальными плюсами у нас будет по этой квартире, но пока я вижу их как минимум два. Это то, что большой Мигрос прям под боком, и не нужно на него ездить, то есть нам без машины будет очень удобно. Ну, а второй плюс – это то, что до моря, ну, по крайней мере, по карте почти в 3 раза ближе, да, чем там, где жили мы еще утром. Так, ладно, все, идем готовить супец. Вот, кстати, смотрите, я иду, вот, сегодня облачно там в горах, и вот она виднеется, вершина Тахталы. О, да, значит, из нашего окна будет видно ее тоже. Ой, ребятки, ну, как говорится, с новосельем. Пока отец пьет пивасик, Настенка готовит. Вот, спрашивайте, а чем Настена занимается? Вот сегодня она готовит. Вот. Темка читает книжечку. Радюшка у нас что-то еще делает. Что ты делаешь? Лабиринт рисуешь? Смотри в лабиринте, не запутайся, понял? Да. Вот. Ну, а у меня заслуженный отдых, между прочим. Слушайте, я только сейчас увидел. Смотрите, какие красивые картины. Это типа раньше-то Кемер, наверное, выглядел. Смотрите, как здорово. Вот так вот. Здесь настолько много посуды, что у нас теперь даже будет турецкий чайничек. Можно будет покупать нормальный чай вкусный, не пакетики, и заваривать. Сюда заварка, сюда вода. Смотрите, как здорово. Обедать мы будем на террасе. Здесь реально огромная терраса. Я не знаю, передаст ли камера вам масштаб этой террасы. Прям прекрасно. Естественно, нашим
супом для путешественников. Картошка, курица, лук. Даже морковки нету. Не забывай, что морковка стоит 60 лир. Ну да, нет, ее даже в Мигросе не было. Я хотел купить. И вермишелька. Все, сейчас обедаем, и тогда уже пойдем на море. Смотрите, как у нас здорово, ребята. Вообще, крутотня. Солнце пропало. Солнышко пропало. Но у нас на самом деле, вот я уже говорил, у нас есть маркиза. Ее можно раскрыть, и она так вылезет прямо сюда, вот, и у нас вообще солнца и не будет никогда. Ну вот, собственно, вот как у ребят маркиза, видите? Вот. Ту и то не на всю, кстати, Дренона. Мирошка поспал, и теперь мы решили прогуляться до пляжа, заодно посмотреть, сколько идти. Но в любом случае, я так посмотрел, там все отельный. Единственное, вот нам попадает под наш, это Халк Бич. Много раз там были. Ну как много раз? Несколько раз мы там были. Там плюс набережная есть. Вот, поэтому... набережная есть. Там, короче, можно как-то и по прямой получается. Ладно, сейчас пойдем, буду изучать. Но, в принципе, да, там со стороны города можно, по идее, зайти вообще хоть откуда. Но единственное, я не знаю, можно ли на этих пляжах купаться. Так-то просто они как бы относятся все к отелям. И набережная, кстати, Чимьюи реально тоже классная. Между прочим, тоже ее показывали. Ладно, пойдемте, засекем, сколько идти. Получается, из нашего комплекса выходишь, сразу начинается такая улица. Здесь всякие разные кафешки. Все есть, всякие супчики, пидесчики и так далее, и тому подобное. Но сейчас не будем заходить, потом как-нибудь уже в другом выпуске обязательно зайдем куда-нибудь, посмотрим ценники, покушаем. Чай? Ну да, аренда машин есть. Пока идешь на море, вон детский парк. Всякие эти, как он называется? Аднан Мендерес Парки. Слева опять всякие кафешечки, похожи очень на местные. Мясные магазины, барбершопы. Что нарисовано? Пельмешки, ну. Борщ, пельмешки. Так, ну мы будем идти дальше. Чуть осталось до набережной. Пути зашли в магазин, говна всякого купили. Ну почему не говна? Сухарики, чипсы. Короче, сейчас устроим пикник с чипсиками. Ладно, сейчас до пляжа дойдем, распакуем. Ну да, мистер нетерпешка. Да, Мирошек? Ну и вот уже началась курортная улица. Свежевыложенный асфальт, пальмочки, красота. Ну, мы почти дошли уже. Сейчас вот эти отели нам надо пройти как-нибудь насквозь. И по идее, все. Здесь классно, здесь близко банкоматы, кстати. Вот, пожалуйста, ПТТшка. Всякие разные. Супер. Ходить недалеко. Мы дошли. Слушайте, мы шли, я не знаю, не спеша, минут, наверное, 20. Вот прям, наверное, 25. Заходом в магазин. И, собственно, вот они еще. Туристические всякие палатки, палатки. Кстати, смотрите, какой ман классный. Вот только в Турции такой видел. Вот, видите? Обычно Mercedes-спринтеры такие. Какие-нибудь крафтеры. А тут ман. Смотрите, как клево смотрится, а? Обалденно такой взять и переделать под дом. Вообще клево. Ну, собственно, вот он. Туалеты. Пожалуйста. Парковка. И... все, начинается море. Шикарно. Тёма, долго шли? Ну, как сказать, ну, гораздо меньше, чем там, где мы раньше жили. Нет, ну, очень даже было. Гораздо, Артём, очень. Я говорю, гораздо очень меньше. Ну, да. Так, вот набережная начинается. Можно пойти вправо, можно пойти влево. А, это кафе, где раки плавают, по-моему, да? Да, вот они. Угу, все, я узнал. Вот так вот. Здесь, кстати, все в долларах, между прочим, ценники висят. Вот, раз набережная, можно здесь идти, так сказать, по второй линии, да? А можно двигаться прям вот вдоль всех пляжей. Вот можно даже никуда голову уже не делать, никуда не идти, а просто пойти вот так. Кстати, вот сколько туристов из отеля, сами можете оценить. Можно сказать, что zero. Вообще. Вот так вот. В общем, вот так вот, видите, выглядят пляжи сейчас. Середина июня. И, короче, никого. Но, на самом деле, потому что ценники
на путевке реально ого-го. Ну и плюс, даже если многие тоже летали чисто для того, чтобы там снять квартиру, то сейчас цены на квартиры, сами знаете, уже много раз показывал. Ну вот, пожалуйста, отельный пляж. Таран-таран-тан. Антоха, кстати, тоже, они несколько дней тусовались в отеле. Дней 7, наверное. В Сиде. И он тоже говорит, что там вообще отели пустые. Вот так вот. Может быть, кто-то скажет, что да нет, все в отелях просто сидят. Ну нет, вон, басики, все пусто, ребята. Все пусто. Пустота. И вот он начинается, пляж, так называемый Халк Бич. Это муниципальный. Сюда может прийти уже любой желающий. Единственное, что здесь лежачки платные есть, видите, вот так вот на берегу стоят. Есть вот здесь вот на газоне. Супер. Здесь есть теннисный корт бесплатный. Мы на нем тоже играли. Кафешки, детские площадки. Здесь, короче, супер. Вот, вот нам нравится. Я уже даже переоделся. Здесь, кстати, достойные переодевалки, ничем не воняет. Как где мы в Канилты, по-моему, мы переодевались. Там вообще просто зайти было невозможно. Один раз зашли, второй раз даже и не стали. Вот смотрите, какая красота, как выглядит все это роскошно. Да, просто единственное, что вот, людей нету. Наверное, все отдыхают в Египте. Вот так вот. Там акулы. Смотрите. Там акулы, там все там. Вот такие дела. Вообще. Где все? Все, да, папа, ну ладно. Все под землю, там, как говорится, это, нашим легче. Больше простора, море чище, значит, никто не писит. Поэтому идеально. Ладно, берем все подряд, всю еду, что мы напокупали, и идем уже непосредственно окунаться. Как в той песне, да? Здравствуй, море, давно не виделись. Он кричит, свобода. Блин, цвет моря роскошный, ребята. Вообще невероятный. Пойду сразу ноги окуну, а потом уже пойдем купаться. О, вообще теплющая вода. Ой, красота. Какой кайф. Смотрите, как мало людей. Я не знаю, вот то, что вы говорите, но мне, например, нравится, когда вот так. Не когда борщ, а когда вот так. Там вон парковка с автодомами, палатки стоят, а здесь класс. О, Тахталы виднеется. Распогодилось над ней. Так, вот все, что мы купили. Это будем есть. Стаканчики будем есть. Кока-кола, чипсы, кока-колы у нас. Кока-колы у нас нету, не обманывай, это пепси. Ну а теперь купаться? Ага. Ты дожуй. И ты дожуй. Ну давайте, пацаны, вперед. Вот так вот. Следующий. Верим, мы с тобой. Давай. Мы. Давай. Мы вместе. Ладно, пойдем. Меня еще показывай, меня. Давай. Ну ныряй. Ныряй, почему я первый? Я тогда тебя не смогу показать же. Ныряй. Так. Тёмка пошел. Воу. Так, далеко не плаваем. Так, ну а теперь я. Оу. Ладно, давайте по старинке ныряем. Блин, шикарно. Ой, кто думает, приезжать, не приезжать, на самом деле сейчас самый кайф приезжать. Почему? Потому что людей мало. И морем реально можно наслаждаться. Прям спокойствие такое, ребята. Так что давайте, не теряйте времени. Лучше всего на машине, заводите тачку. И вперед. Да? Родик. Съел шоколадку, море попало в рот, и прям такие ощущения интересные. После сладкого, соленое. Еще и вода. Я уже накупала. Ну все, значит, иди снова ешь. Накупались, наплескались. И теперь идем домой. Давай, Мирошка, прыгай. Да, все, выдвинулись. Кушай, сухарик тебе.
Вот здесь, кстати, ребята занимаются йогой прям на травке. Да, блин, слушайте, район вот прям шикарно. Вот немножко прям прогулялись и даже поняли, что ништяк вообще. Да. Здесь хорошо. Вот, совет от Настенки. Да. Пока Славянчик пьет пивко, продолжает его пить. Настенка сегодня влипла на готовку, понимаете? Вот так вот. Сегодня готовит и утром, и вечером. И вот там, видите, на ужин готовит вот такую штуковину. Запекла курицу, которая... Запекая, точнее, курицу, которая сегодня бегала, вот когда мы ходили в магазин. Вот Настенка все-таки поймала. Пока. Все, будет запекать. Вот, а я тем временем вам, в общем, сейчас сделаю рум-тур квартиры. Итак, ребята, рум-тур. Заходишь, значит, смотрите, у нас такая большая гостиная, она действительно большая. Два спальных места, большой телек, стеллаж, кондей, холодильник, кухня, абсолютно со всем нужным оборудованием, стиралка, посудомойка, всякие кофеварки, здесь даже полная банка кофе, посуда, вон, бокалы пивные, винные, еще здесь, короче, только нету. В общем, как говорится, да, заехали и живем. Мыло, фейри, все, короче, есть. Плитка газовая, плюс одна электрическая, что очень важно. Вот у нас в той квартире газ закончился, и мы такие сразу, дулька нам прилетела. Вот, здесь всякие вон контейнеры. Короче, что только нету. Холодильник вон, пожалуйста, большой. Сейчас его надо только включить. Потом кулер Бико. Правда, вот эта штуковина наверху. Но это ладно, мелочи жизни. Стеллаж опасный сразу поставили в угол. Смотрите дальше, огромная терраса. Здесь вот мы уже мебель выставили. Классный вид, шикарно. У нас есть ширмочка закрываться от одних соседей. Плюс у нас есть еще маркиза, которая выкатывается. Вечером здесь будет одно удовольствие сидеть, пить кофе, смотреть телек. Короче, вообще шикарно. Дальше у нас здесь ванная комната. Так, что-то не включился. Вот, она минимальная такая. Здесь просто есть унитаз, душевая, шкафчики и вот, собственно, уже замученный Славян. Так, и здесь, кстати, еще шкаф. Во, огромное количество полотенец. Тут, короче, какие-то мотыги-копалки. Так, ну это ладно, Мирошка, отходи. Дальше у нас вторая комната. Наверное, это будет наша с Настенкой. Нам сюда завезли всю новую постель, одеяло. Вот, пожалуйста, пылесос. Шкаф, конечно, печальный. Ну, здесь все такое, да? Не новое. Еще один дополнительный балкон. Также вход с другой стороны туда есть. Я бы сразу бы, на самом деле, перекрасил бы стену, если мы бы эту квартиру снимали. Даже для зимовки я бы сразу покрасил бы в белый цвет. Не знаю, кто думался в красный. Вторая комната. Поставили сразу стол пацанам. Выход еще на вот на балкон, пожалуйста. Вот они здесь обустраиваются. Вот оно, все постельное белье. Видите, новые свежие полотенца белого цвета на матрасники. Одеяло, пододеяльники. Короче, все есть. Кондей у мальчишек есть. Полки есть. Вид. Сейчас мы с вами посмотрим. Здесь вообще вроде как в ясную погоду видно Тахталы. Ну вот у нас вот такой вот вид. Наверное, вон там будет Тахталы. Ну вот, собственно, вот так вот, ребята, будем жить. Это висит сушилка, кстати. Очень прикольно они придумали сделать. Да, сыночек, это для воды. Вот, можно 3 бака сразу наполнить. Это очень удобно. Так, ну и, собственно, ребята, вот так вот. Что касается цены, мы договорились по суточно, почему мы на месяц вперед не оплачиваем, да, потому что мы ждем машину, соответственно, как только мы заберем машину, мы сразу же поедем, как говорится, во все тяжкие. Кстати, вот сейчас пока говорю, вот вершина, не знаю, так будет, наверное, не видно, вот, Чалыш, где флаг висит, собственно, нам квартира, это сейчас будет обходиться $35 в сутки, что в сезон очень дешево. Но опять-таки, мы просто так договорились. Вообще, эта вся история дороже. Плюс эта квартира, конечно, 2 плюс 1. Да, она не новая, но здесь все очень даже свежее. Сами видели. Ну вот, собственно, вот в этой квартире теперь и будем жить, изучать здесь районы, магазины, здесь в 2 шагах рынок. В общем, вот так вот, море тоже близко, будем, значит, чаще там теперь бывать, коль у нас пока нет колес. Все, ребятки, на этом буду завершать видос. Будем сейчас уже распаковываться, да, вечерком, так сказать. Вот так вот, Настен, твои ощущения напоследочек?
Что ты сказала мне? Какие ты инсайт у тебя был? Что мне нравится жить в новом, всегда интересно. Вот. А вообще, какой вид, какой бассейн. Ну, ты цыганка как... просто. Цыганка. Да. Это как? Это... Николай не двора. Ладно, ребята, все. Пока.